Республиканский конкурс на лучший туристический символ Астаны объявили в столице. Эскиз идеи должна отражать статус города, его достопримечательности, особенности ландшафта и историю. Принимать участие в нем могут все желающие, независимо от возраста и рода занятий. Разработки нового бренда будут принимать как от отдельных физических лиц, так и от целых организаций и коллективов. Отправлять свои работы, которые будет оценивать рабочая группа, можно будет с сегодняшнего дня и до 25 января. После чего эксперты отберут 6 лучших из них и вынесут на суд казахстанцев в онлайн-голосование. Оно будет проходить на сайте столичного акимата. Призовых мест 3. За первое предусмотрено вознаграждение в 2 миллиона тенге, за второе 1 миллион и за третье 500 тысяч. Почему туристический символ делается? Потому что, сами понимаете, с учетом предстоящего международной выставки специализированной экспо, а также во многих городах, кроме официальных символов тех иных городов или стран, есть наряду, используется туристический символ, так называемый. Это бренд определенный тех иных городов, который помогает развивать и привлекать огромное количество туристов.